Всем привет, с вами Арсений, магазин Тухэмп и видеообзор двух столиков для лодки ПВХ на сиденье, модель номер 9 и модель номер 10. Две совершенно одинаковые по своим размерам столешницы, разница у них идет в модели номер 10, есть отверстие, куда можно поставить спиннинг, чтобы он вам не мешал во время рыбалки, или чтобы наоборот помогал. Крепятся два столика этих у нас на банку толщиной, рассчитанные на толщину банки 18 сантиметров. С обратной стороны фиксируется просто барашка. То есть мы ставим столик. Задвигаем его до конца. И снизу фиксируем барашком, чтобы он у нас не убежал никуда. Столик можно использовать как угодно, на ваше усмотрение. Выполнены из влагостойкой фанеры. Торцы проведены акватексом влагоотталкивающим. Размер столиков у нас идет 40 на 30. Этого вполне достаточно, чтобы разместить все необходимые аксессуары для рыбалки. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Понравилось видео, ставьте лайки. Рекомендую.